Привет, дорогие друзья! Вадим, канал Австралия по-житейски. Решил я сделать небольшую ограду вокруг моего почтового ящика. И посмотрите, что я нашел. Точнее, кого. Вот чем я занимался. Клал кирпичики. И вдруг на меня уставилось три пары глаз. Во! Сейчас попробую показать поближе. О, какое чудовище. Этот паук очень похож на нашего самого злого австралийского, да и, пожалуй, самого злого в мире паука Funnel Web, укус которого смертелен, но, однако, последний случай смерти был зарегистрирован в 1978 году. После этого изобрели противоядие, и вроде бы как смертельных случаев больше не было. Но все равно лучше, чтобы такие пауки не кусали. Вот, ребят, значит так, думал, что это Funnel Web, оказалось, что нет. Полазил я по интернету, и этот паук называется Wolf Spider. Паук, в принципе, полезен, так как он охотится на всяких насекомых, на мух, на всяких червяков и, собственно, удаляет всякую гадость с моего огорода. Так что вполне возможно, что я его никуда не повезу, оставлю жить здесь, потому что, ну как, мне стало стыдно, я ведь разворошил его дом, а теперь ему придется отстраивать дом заново. К чему я? Что если вы будете заниматься садоводством и огородничеством в Австралии, то лучше работать в перчатках, потому что кто знает, на кого вы нарветесь. В принципе, все эти насекомые, они не опасны, но они обороняются. Ведь вам не понравится, если кто-то в ваш дом придет и начнет там хозяйничать, правильно? А я вот сейчас вот влез в его жилище, и неудивительно, если бы он меня тяпнул. Но мне, по крайней мере, повезло. Вот, ребят. А, собственно, на этом можно и закончить. Надеюсь, вас не очень напугал. Не бойтесь, в Австралии таких животных, собственно, не очень много. И найти такого считается большой удачей. Даже когда вот этого паука нашел, когда я еще даже не успел посадить в контейнерах, я позвал всех детей и показал им, смотрите, какой у нас живет сосед. А детям, естественно, стало интересно. И потом уже стали рыться по интернету, вместе смотреть, что это такое за насекомое. Вот, ребят. Надеюсь, не очень вас напугал. До скорых встреч. Спасибо за то, что смотрите, подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии и до следующих видео. Удачи, друзья!